Эти люди знают, если их управляющая компания отказывается вкрутить лампочку в подъезде, то можно даже по этому поводу написать на портал «Добродел», и решение вопроса не заставит себя ждать. К ним, к собравшимся на Первом Советском переулке 25 в коворкинг-центре «Среда Space», активным пользователем портала «Добродел» приехал глава района Алексей Валов. Разговор с первой секунды, конечно же, зашел не о лампочке в подъезде, а более серьезных и проблемных вопросах местной жизни. В первую очередь обсуждалась работа властных структур по реагированию на обращения граждан через социальные сети и в том числе через один из наиболее известных интернет-ресурсов, через портал «Добродел». Какой характер обращения? Обращаются, в принципе, практически на все. И на горящие фонари, и на ямы на дорогах, и на неубранные урны, на навалы мусора на контейнерной площадке и т.д. т.п. Ну, по всем этим вопросам, естественно, происходит сразу реакция. На встрече обсуждались и адреса, на которые указали жители. Шла речь, например, о том, что на железнодорожной улице требуется провести ремонт дороги. Обратили внимание главы и на то, что возле детской поликлиники на Пролетарском проспекте нет парковочных мест для инвалидов. Реакция была немедленной. Придомовая территория, в принципе, я думаю, что если бы мы там сделали пару стояночных мест для людей с ограниченными возможностями, она бы не пострадала. Одновременно с частными вопросами на встрече обсуждались и более общие темы. Например, о том, что в комплексное благоустройство дворов должно входить асфальтирование внутриквартальных и внутридворовых дорог. Говорили и о том, что не пора ли объединить усилия неравнодушных жителей и представителей властных структур, чтобы поставить заслон массовому расклеиванию всевозможных объявлений, которые портят внешний вид города. Жители высоко оценили результативность встречи. Я думаю, сам факт исполнения тех вопросов, которые были вынесены на обсуждение. И Алексей Васильевич, по крайней мере, он будет знать эти вопросы и находить тех людей, которые выполнят, исполнят эти вопросы, так скажем. Мне кажется, вот это вот прямое общение, это очень нужно, необходимо. Нам очень важно, что идет от жителей. Принцип открытости власти. Каждый голос важен. Голос, который направлен на то, чтобы стало комфортнее место проживания, стала более доступная власть и стали те задачи и проблемы, которые важны для этого жителя, проблемами и задачами власти. Всего за год в адрес районной администрации через портал «Добродел» поступило свыше 33 тысяч обращений. Постепенно происходит сокращение повторных жалоб, а также уменьшается количество ответов, которые не удовлетворяют жителей. Их число уменьшилось в 2 с лишним раза. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».